вроде. Все включено, должно работать. Поставьте плюсы в чат, если меня видно, слышно. Так, ну и непосредственно приступим к обзору. Да, вроде все должно функционировать. Так. Ну, для начала, как всегда, сегодня у нас понедельник. Мы ориентируемся на то, какие будут потенциально важные события на данной неделе, для того, чтобы понять, каких трендов, ну, вернее, даже никаких, а можно ли ожидать, в принципе, формирования трендов на базе каких-либо серьезных новостей. В данном случае у нас ключевым событием этой недели является non-farm payrolls. Ну, еще, конечно, Draghi будет выступать тоже, в зависимости от того, как говорится, как будут рынки воспринимать его речь, тоже многое зависит от у нас выступления. Это в среду будет выступать, по-моему, он даже, да, у нас сегодня выступает в среду, и вот как раз в пятницу, 2 декабря, у нас будет вот статистика по НФП, количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственной сферы. Важное событие, просто по определению, что оно есть, рынок может и будет формировать тренд. В какую сторону, как говорится, посмотрим, но в любом случае потенциальные движения возможны. Мы знаем, что такие движения мы воспринимаем достаточно осторожно, то есть может быть резкое движение, и поэтому мы хотим, так скажем, ну, скорее застраховаться, чем лезть в них с головой. Ну и далее посмотрим, что у нас по нашим торговым стратегиям. Первая торговая стратегия у нас ленивец. Здесь евро-доллар, первая валюта, показывает нам смену тренда. До этого момента у нас был серьезный нисходящий тренд. Мы двигались в нисходящем направлении 5,5 фигур. И, в общем-то, это был достаточно хороший такой серьезный тренд по евро-доллару, учитывая, что евро-доллар в принципе не очень любит ходить на такие резкие движения в последнее время. И вот сегодня как раз мы видим хороший рост. Общая величина роста у нас составила почти фигуру. Рынок преодолел нашу среднюю 120 часов, то есть это средняя за 5 торговых дней, за одну неделю. И мы ждем развития восходящего тренда. То есть в рамках стратегии тренд наконец-таки по евро-доллару сменился на восходящий. Далее в рамках уже внутридневного масштаба мы знаем, что мы ищем коррекцию, подтвержденную индикатором MACD. Здесь пока у нас блуждает рынок вокруг нашей трендовой средней, тренда нет. Мы не можем здесь искать коррекцию, потому что он только отойдет, снова возвращается, снова отойдет, снова возвращается, постоянно блуждает. Ну вот сейчас вроде так серьезное движение пошло, то есть в данной стратегии нам нужно тренд, коррекция, новый тренд. Нам нужно, чтобы коррекция была подтверждена индикатором MACD, то есть максимумы коррекции должны быть подтверждены. Здесь сейчас такого, к сожалению, нету, то есть не пересеклась гистограмма с нулевой линией, но в принципе визуально здесь вот коррекцию можно отметить. То есть получается такая интересная ситуация, что в рамках стратегии, ну по-хорошему, формально критерии нашего входа не выполнены, то есть максимумы не, то есть один максимум подтверждается, а вот второй пересечения не было. Но визуально вот есть такая коррекция. Мы ее отметим, посмотрим, как рынок себя поведет, но в принципе, если быть досконально точным, то этого входа, то есть эту коррекцию мы рисовать не должны по стратегии. Возможно, дальше, там, допустим, появится какая-то вот такая уже картина, например, и максимум будет подтвержден индикатором MACD, точно уже будет подтвержден, потому что она ушла ниже нулевой линии, потом будет выше. То вот, например, какая-то вот такая картина уже будет нашей коррекцией в рамках стратегии. Поэтому тут такая двоякая ситуация, что с одной стороны вроде визуально мы ее видим, но по индикатору она не подтверждается, то есть не вписывается точно в стратегию, как это должно быть. Ну, естественно, ждем пробоя и движения наверх. Далее, вот мы с вами, это у нас получается 25 в 10 часов, ну, вернее, час у нас есть разница, да, то есть 9 реально 10, то есть 9 реально 10, вот здесь как раз зарождался тренд, мы проводили обзор, когда вот
была эта свечка вот только в формировании. Мы говорили о том, что наступает касание верхней границы. И в общем-то, тогда мы заметили, что нам придется ждать. То есть мы отметили то, что мы пока не можем точно сказать, как будет развиваться тренд, но вот пробитие есть. Придется подождать несколько свечек. Ну вот несколько свечек достаточно хорошо закрылись, то есть рынок не идет против нас. Только вот здесь он пытался вот красной свечкой тут немножко занырнуть в минус, но потом опять пошел в плюс. То есть в целом динамика такова, что рынок находится выше нашей точки начала тренда, что, в общем-то, подтверждает восходящий тренд. И вот если мы реализовывали точку входа в рамках стратегии, то это сейчас, в общем-то, приносит свои плоды. Рынок максимально, вот видите, уходил на фигуру, но сейчас вот показывает где-то примерно 70 там, пунктов прибыли. Далее нам нужен в идеале дивер по MACD в рамках трендового масштаба, чтобы мы могли нормально выйти с хорошей прибылью. Но пока говорить рано об этом, то есть дивер так быстро на трендовом часовом масштабе в рамках этой стратегии не реализуется, поэтому нам придется подождать. Мы знаем, что есть более консервативный сигнал для тех, кто, так скажем, хочет пораньше частично закрыться, к примеру. Но вот здесь тоже обратим внимание, пока вот есть максимум, то есть даже на 15-минутном тоже у нас дивера нету. Поэтому здесь евро-доллар показывает нам хороший восходящий тренд в рамках стратегии черепаха и закрываться, в общем-то, даже рано. Поэтому тот, кто вот реализовывал эту сделку, тот сейчас, в общем-то, может подождать, потому что вполне себе нормальный восходящий тренд идет. Далее стратегия хамелеон. Здесь у нас, помним, что есть вот такой уровень. Мы сказали о том, что нам нужна дивергенция. Пока рынок вот колеблется под этим уровнем, новую дивергенцию не показывает. То есть он вот пока что вот нам сформировал вот такой минимум. Ну, как говорится, тут кому как. Мы уже говорили об этом в прошлый раз, что кто-то, может быть, вот это как дивергенцию воспримет. Но это очень опасная игра, если мы будем любые повышающиеся максимумы считать за дивергенцию. У нас дивергенция будет на каждом шагу, поэтому тут нужно тоже иметь определенный, так сказать, фильтр и не перебарщивать, потому что дивергенция — это когда вот есть два таких повышающихся минимума, соответственно, без вот этих вот дополнительных минимумов, которые здесь вылазили, а то мы можем начать их рисовать там, и вот здесь, допустим, вот тут, и потом вот тут, и вот там все это время, что она будет дивергенция, просто потому что априори минимумы будут выше, чем вот эти. Поэтому, как говорится, фанатизм тоже заходить не надо, но тем не менее, знать, помнить вот об этой ситуации можно. А то иногда трейдеры вырисовывают картины, которых реально нету. Итак, значит, по данной стратегии мы ждем пробития вот этого уровня, чтобы в рамках именно этой стратегии мы уже могли переключиться на восходящий тренд. То есть эта стратегия пока не сформировала нам хороший дивер, хотя вот мы понимаем, что вот тут, если это принимать за дивер, то это хороший, конечно, сигнал был бы. Но, как говорится, мы не можем принимать за дивер то, что дивером не является. Вот, поэтому в данном случае пока здесь выжидаем пробитие линии, чтобы получить сигнал на восходящий тренд, а пока в рамках стратегии хамелеон все-таки еще развивается нисходящий тренд, хотя вот максимум уже пробивается. То есть потихоньку-потихоньку евро переходит в восходящий тренд. Но при этом нужно помнить, что вот мы же подошли к этому вот уровню, нашему дневному-то вот этому самому главному. Мы вот движемся глобально в боковике вот в этом. И вот сейчас снова подошли к этому уровню и вот потихонечку отскакиваем. Как мы с вами говорили, это вот сейчас такое решающее время, да, вот, и мы видим, что сейчас рынок все-таки не пробил этот уровень. Это минимум за там, полтора года. И так уж легко взять он его сейчас не сумел. И сейчас, конечно, от этого уровня идет такой вот небольшой отскок и формируется вот восходящий тренд потихоньку. Будет он резким или будет он там, медленным, это посмотрим. То есть сейчас мы не знаем. Понятное дело, что будущего-то у нас нет хрустального шара, чтобы в него заглянуть, нам приходится опираться на сигналы стратегии. Далее, фунт-доллар. Фунт-доллар в целом сейчас пока показывает динамику восходящую, хотя глобально-то он колеблется в таком вот размашистом боковике. То есть получается, что вот конкретного тренда в больших масштабах, там, например, дневной график, пока не наблюдается. Вот.
Но по часовому тенденция пока вот в сторону восходящего. То есть он вот отскочил тут так достаточно серьезно. Тоже на фигуру сейчас вот корректируется. Хотя движения очень такие резко разбросанные. То есть нету вот таких хороших, прям именно ровненьких трендов. В целом, да, наверх. Но вот обратим внимание, что очень такие движения-то, в общем-то, сильно волатильные. И коррекцию здесь тоже, если искать, то особо ты ее не наищешь. Максимум есть, но дальше нужен следующий максимум, в рамках которого мы эту коррекцию себе обозначим. Поэтому фунт пока в восходящем тренде находится, но вот так очень как-то неровно его показывает. Далее, черепаха. Черепаха по фунту здесь пока сохраняется. Вот этот восходящий тренд достаточно такой медленный, волатильный. Мы такие тренды уже видели. Он не особо-то психологически комфортный. Скорее всего, большинство трейдеров уже из него вышли. Мы про него говорили, когда он вот начинает нас дразнить, рынок. То есть он идет вверх там, на 27 пунктов, против нас на 23. Потом против нас на 39, потом в нашу сторону на 53. То есть вроде он так потихонечку идет в нашу сторону, но вот и против нас тоже прилично ходит. И вот этот боковик, он вынуждает просто трейдера прикрываться где-то вот в районе нуля, там небольшого плюса. Но если кто психологически, как говорится, устоял, то вот восходящий тренд в рамках этой стратегии продолжается. Вот здесь касания нижней границы у нас нету, хоть оно так и выглядит, потому что когда формируется вот эта свеча, у нас канал еще вот здесь. Потом, когда она сформировалась, канал уже перешел вот сюда, ну а дальше она к нему не приходила. Поэтому вот пока у нас идет восходящий тренд. Часовой дивер отсутствует. 15-минутный дивер, кто консервативно оценивает выход. Вот, смотрим. Вот здесь тоже мы видим понижающиеся минимумы по гистограмме, но по цене понижающих не было. Только вот тут небольшой изначально. Ну, это опять-таки уже через вот эти вот максимумы, которые и дивером-то считать нельзя. Ну и сейчас вот обновление, вот тоже он вот здесь. То есть, по сути, четкого сигнала на 15-минутном по диверу у нас тоже не было. Вот, соответственно, наш фунт очень такой пока сомнительный, но в целом держится. Держится также и в хамелеоне, то есть вот у нас мы говорили об этом, вот эта дивергенция. Ее критический минимум был пробит, новых дивергенций фунт не нарисовал. И получается, что мы видим с вами вот обновление минимума, но дальше возврат в пределы диапазона, обозначенного этим минимумом. И поэтому получается, что поскольку нового сигнала нету, дивера в этой стратегии, нам приходится оперировать вот этим дивером, и мы ждем тренд наверх. То есть как вот он пошел сюда, вот выше этой линии, вот здесь, мы ждем восходящий тренд, и все, что здесь происходило, это есть развитие в нашей концепции, в нашей стратегии восходящего тренда. Да, вот здесь, вы помните, ниже ходил туда-сюда, его бросало, и вот мы на каждый этот обзор говорили, что ждем наверх, но вот он потихонечку, так сказать, реализует наше вот это, ну, даже не стремление, а наше ожидание вот восходящего движения по фунту. Далее доллар-иен. Наконец-таки мы по доллар-иене дождались того, чего так долго ждали. Разворота. Ну, мы, в принципе, конечно, говорим о трендах, но также неплохо и отслеживать развороты. Причем разворот произошел после кривой дивергенции. Сейчас мы это посмотрим. В целом восходящее движение вот у нас длилось общей величиной 10 фигур. Огромное движение. Сейчас мы прокорректировались. Если говорить о стратегии ленивец, то делать нам тут пока нечего. То есть он пришел, иена пришла к средней, и вот здесь остановилась. Все. Далее вот мы посмотрим в хамелеоне интересную картину. Но сейчас сначала черепаху разберем. То есть вот наша картина. Вот здесь мы говорили о тренде, был дивер. Вот здесь мы говорили о первом выходе в районе вот, 1,5 фигуры, второй выход в районе 2 фигур. Вот эта ситуация наступила. Дальше вот цена коснулась нижней границы. Кстати говоря, когда у нас случилось, видите, 25.10. То есть вот буквально через час после нашего обзора. Так. Через час после того, как мы проводили обзор, мы вот видели, что она касается, ну, стремится к ней. Вот здесь она коснулась нижней границы. Ну и дальше движется вот в таком интересном нисходящем тренде, который вот как раз сегодня ночью, в общем-то, и произошел. То есть вот был резкий выброс на 1,5 фигуры. Вот коснулся на нижней границе. Дальше начинает нас дразнить, то есть коснулся, откатило 46 в нашу сторону.
против нас сходила на 56, потом в нашу сторону обвалилась вот на там, почти полторы фигуры, сейчас вот прокорректировалась, снова идет вниз. То есть вот этот дивер, вот эта вот наша трендовая история, которая была вот здесь, она закончилась. То есть вот она была, дивер развернул, новый тренд, сейчас мы идем вниз. Нового дивера здесь пока нету, то есть пока ждем развития нисходящего тренда. Ну, по 15-минутному пока тоже рано, то есть здесь просто все колом вниз идет. И вот как раз тут интересен хамелеон. Вот, смотрите, как вот рынок интересно себя повел, сколько мы ждали этого разворота и после какого кривого, так сказать, дивера он все-таки наступил. Ну, по крайней мере, сейчас вот такое интересное падение. Вот здесь мы ждали сначала вот дивер нормальный был, вот абсолютно вот адекватный. Вот здесь были понижения максимумов вот здесь. Потом вот здесь и вот здесь, то есть серийная дивергенция, раз, два, три, четыре аж максимума, но разворота не произошло. То есть все наверх, наоборот, шло, усиливая тренд, и нам приходилось, наоборот, мириться с тем, что тренд восходящий. Все, потом эта история с диверами закончилась, началась новая история. Вот раз, два, три максимума. Тоже разворота не произошло, потихоньку, полигоньку обновили максимум, и потом вот здесь появился вот такой кривой дивер, как мы его назвали. То есть вот здесь-то более-менее адекватные такие максимумы, все четко. И вот здесь тоже максимум адекватный. А вот здесь максимум такие кривые, вон там мы их отметили, просто потому что формально это вписывается в наш дивер, но очень уж они такие нечеткие. Вот раз, потом чуть-чуть вылезло обратно, чуть-чуть вылезло обратно. Мы отметили этот дивер, сказали, что вот с этого бара мы ждем разворот. Хоть и кривой дивер, но он есть. Мы его отметили, и все-таки именно после этого кривого вот реализовалось движение вниз на две фигуры. То есть фактически вот то, чего мы ждали и вот здесь реализовалось только вот здесь. Вот наши две фигуры вниз. Ну, естественно, критический уровень сверху. Ждем уже теперь в рамках этой стратегии развития нисходящего тренда. Но, по крайней мере, вот такой кривенький диверок очень хорошо в итоге показал нам вот это движение. Ну, то есть не то, что показал, а предсказал вот этот разворот. Конечно, очень через большие такие трейдерские муки, потому что две дивергенции не сработали. Не то, что две даже, есть две серийных дивергенции. Представляете, как трейдер там переживает, мучается, вот он уже там на третий дивер уже сказал, ну все, ну ладно, наплевать на него, не буду уже его принимать, и как раз идет разворот. То есть чистая психология. То есть два раза попробовал, не получилось. На третьем от своей идеи трейдер отказывается, как бывает часто. А потом происходит то, что, в общем-то, и должно произойти. И уже трейдер эти две фигуры не взял, и тут начинает терзать себя там сомнениями. И, не дай бог, в шорт встанет, если коррекция сейчас пойдет, опять скажет, ну что такое, против рынок пошел, и так далее, и так далее. Вот включается психология. Хотя в целом вот, дивергенция на третий раз все-таки отработалась как надо. Но на третий, не на второй, не на первый, на третий. Доллар, канадский доллар, продолжает боковую динамику, вернулся к средней, то есть блуждает себе, блуждает вверх-вниз, вверх-вниз. Вот здесь вот он снова пришел к средней, снова нам приходится выжидать. Никакого тренда конкретного нету, канадец как блуждал, так и блуждает вокруг средней. Вот его тренд закончился, как мы знаем, вот здесь у нас были вот хорошие тренды, после того, как он вошел здесь в боковик, так он, в общем-то, в этом боковике и продолжает гулять. Ну, сейчас пришел к средней. Приходится тоже выжидать, что с ним дальше будет. Черепаха. Черепаха у нас тоже показывает боковик. То есть вот касание нижней границы, вот касание верхней границы. И вот снова устремимся к нижней границе. То есть сама стратегия нам показывает, что рынок не сейчас не благоволит нам с точки зрения трендов. То есть вот здесь было пробитие, развивались тренды, была хоть дивергенция какая-никакая, но 15-минутная, и был тренд. Вот здесь коснулись нижней границы, отскочили, коснулись верхней границы. Ну, пошли здесь некоторые движения, 200, ну, 20 пунктов в направлении начала этого тренда, потом развернулись. Ну, вот тут был немножко выброс наверх, а потом уже движение резкое вниз. Все. То есть опять сейчас мы приближаемся к нижней границе, и того гляди, коснемся, и снова у нас будет уже тенденция к нисходящему движению. То есть вот сейчас такое развитие, что мы понимаем,
что БКИК, сама стратегия об этом подсказывает. Поэтому по канадцам тут особо сейчас трендов нету, и какие-то там ожидания он не оправдывает. То есть просто вот ждешь, а он не дает и не дает. То есть единственное, что он пока оправдывает, это в рамках стратегии хамелеон. То есть у нас вот был вот этот дивер, не было никаких пересечений вот здесь промежуточных, то есть вот это мы можем формально принять за дивер, хоть такой, тоже кое-где с натяжечкой. Вот мы его отметили и ждем движения наверх. Вот пока канадец тоже, как и фунт, в рамках этой дивергенции так показывает нам от этого уровня движения вот, там, в сумме вот на почти полторы фигуры, сейчас прокорректировался, вроде так пока блуждает. То есть формально мы вот считаем здесь и ожидаем движения наверх, и поэтому если какие-то сделать там короткие скальперские сделки, это в рамках вот восходящего тренда, в рамках этой стратегии. То есть получается, что канадец, он вот именно внутри этих движений там совершает такие резкие выбросы и находится на уровне боковика. В рамках таких более долгосрочных масштабных движений кое-что там можно у него попробовать брать. Вот именно на уровне, что стратегически мы считаем лонг, там, а дальше уже в зависимости от нашей точки входа, где-то если купили, то он откатывает, там мы выходим. Но очень так вот сейчас канадец себя ведет плохенько с точки зрения трендов. Ну и в целом, конечно, будем сегодня, ну вернее не сегодня, а на этой неделе ожидать все-таки развития пятничных, ну вернее так, будем ждать развития трендов в преддверии пятницы, потому что фарм серьезные данные, рынок будет закладываться, ну и будем надеяться, что мы с вами увидим хорошие, интересные тренды. Вот такая картина. Что ж, коллеги, сегодня мы чуть пораньше закончим там по нашим организационным мероприятиям. В общем, что, ждем трендов перед нон-фармом, что, в принципе, они будут формироваться. Ну, а так ситуация в целом по валютам понятна, я думаю. Что ж, коллеги, до завтра. С вами увидимся также в 10:30. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.